of me. When you are all alone, maybe the one who is waiting. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, и мы продолжаем наше путешествие на пустоши. И почти с Дэйва ростом. Да, и мы покидаем резиденцию Дейла, Дэйва, или Дейла, или... По-моему, Дейл. Нет, Дейв все-таки, блин, я был не прав. Я был так не прав. Странное местечко, но оставим их со своими странностями. Пусть живут здесь дальше спокойно, никого не трогают. Всяко лучше, чем те же рейдеры, к примеру. Так, ну что, будем продолжать продвигаться куда-то вот сюда, в сторону некоего оазиса. Так, там что? Это там кто? Это там вроде бы просто камушки. Хотя нет, транспорт какой-то. Ой! Блин, ты что ж ты делаешь-то? Умри, умри! Пиу, пиу. У них тут опять бой был с вы поняли. Офигеть. Так. Хорошо, давайте все-таки, наверное, будем брать эти ядовитые железы. Стоят они по 30. Вес единичку. Что если туда сходить? Там автобус упавший. На бачок. Возможно, мы там что-нибудь найдем. Робот-охранник, что он тут делает? Что он может охранять? Гессинг гоняет. Эй, тихо-тихо, парень. Ты обезумел, да? Нет, это, по-моему, вообще без шансов. Я вам почти ничего не сношу. А, окей. Компонент андроида у меня даже есть. Что я могу в него кинуть? Я даже не знаю. Конечно, есть гранатомет, с одним выстрелом. Ау. Ну да, сейчас прилетит. Так, привет, привет, друг. Давай, родной. Лети. Все можно сбросить. Босс. Даже в голову, да ему вообще пофиг. Обнаружен. Неприятен. Я безумел. Всем гражданским рекомендуется отойти на безопасное. Ага, и ты валишь этого единственного гражданского, которому рекомендуешь отойти на безопасное расстояние. Убил. Он взорвется? Я не знаю, взорвешься или нет. А, гранатомет на выстрел, электронные заряды. Ну, неплохо. Так, мы пришли к концу пути. Судя по всему.
И может быть тут будет что-нибудь валяться интересное или как кто-нибудь нычка. Но, к сожалению. Да, к сожалению, тут ничего нет. И это в принципе не так печально, как я думал, будет. Там робот кого-то пилит. Я Гая, скорее всего. Теперь меня. Мне за него даже очков опыта не дали. Да. Случилась битва сильнейших. Увидел робот. Так, ну ладно, двигаемся дальше. Нужно, правда, наверное, оружие сменить. Там что-то горит или это просто... Так, да, я иду правильно. По-моему, это просто небольшая вьюшка. Так, а мы, кстати, куда-то приходим. Какой-то комплекс зданий. Стоп, и тут. Тут это враг. Два врага. Скорпион, ладно, спокойно, спокойно. Простые, я надеюсь, не гигантские. Да, просто скорпиончики. Пиу, 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 пиу. Нужно будет со следующим уровнем обязательно выучить умение, чтобы я смог собирать всяких ящиков, коробочек и прочего большее количество вещей и патронов. Какой это смерти? К вашим услугам. Я попал? Да. Или нет? Угу, критическая скрытная атака. И он бежит ко мне. Ну давай. Ему не так много снесло, как я думал, что ему снесет. Спокойно. Без паники. Попробуй тут не паниковать, когда такая хрень на тебя летит. И давай, давай, давай. Последний выстрел. И я промазал его. Капец. Ладно, лапа мне твоя не нужна. Не буду ее брать. Но убить хотел. Что это за место? Прям какой-то городок, я бы сказал. Ну-ка. Это действительно городок какой-то. И в нем кто-то есть. Коготь смерти. Я думаю, чё он меня не заметил-то? Ну да. И когда я сохранялся последний раз, я, честно говоря, что-то даже так не припомню. А, ну ладно, это еще сойдет. Она, конечно, гораздо больше должен был сносить и вообще попадать.
Так, попробуем тогда слева зайти. Квест с андроидом, это интересно все-таки. Ну, вот что нам с ним делать? Так, сюда даже смысла нам нет идти. Отлично, Крит. Еще, пожалуйста, держи. Вот так вот. Ну да, у тебя только лап. Ладно, тихонечко ходим в город. Олд Олни. Тут вообще люди есть, потому что двое когтей смерти. И еще один. Что-то стрельнуло. Да ладно, ну дробовик, господи. Выбрал дробовик я гораздо раньше, чем он. Решил его использовать и вообще стрельнуть. Или собирать ваши лапы, я не знаю. Мне почему-то все время кажется, что мне места не хватит. Поэтому я стараюсь. О! Ради телевидения лучевой король. Я так понимаю, у вас. Вот эти самые смерти-то из закушали. Нам маска просто плоть. Ладно, здания закрыты все, может быть тут что-нибудь или кто-нибудь. Ну да. Кто-нибудь или кто-нибудь. По-любому. Так, ну и чё, чем мне тебя убивать? Слушайте, а опаньки. Магнум-то хорош против него. Очень-очень хорош. При смерти. О-о-о. Чуть не помер. Чуть не помер. Это было очень близко. Блин, здесь оказывается только когти смерти были. Ящик для почты, ладно, сымитировка. Должна надпись почты перевели, красавцы. Еще какой-то смерть. Нет, ненавижу этот город. Олд-олд, нет. Ой, да вообще. Всем путешественникам на заметку. Обходите этот город стороной. Здесь только когти смерти больше ничего. Выполнить дополнительно, найти штаб-квартиру. Так, я нашел убежище 92. Прикиньте, даже в штаб-квартиру в Алтек не пришлось идти. Фига себе. Могу, еще могу, да.
Ну и что мне с таким снаряжением туда идти? Я вот не горю желанием совершенно. Этот скорпион, ладно. Я думал, от кого будет смерть. Так, там собака и рейдеры. И у меня нет дальнобойного оружия. Толком. Нет, слишком далеко. Бежать. Правильно. Поздно, но правильно. Ау. Собака. Отъехала. Нет. Придется так мочить. В рукопаху. Ох, какой хука смачный просто. Ой-ой-ой. Так, мне что-то там оторвало. Видимо. Чем мне драться? Мне ничего нет. Есть револьвер. И я его трачу просто так. Молодец. Да как, ну? Ну что, гола что ли железная? А, больше ничем. Штурмовуха. Как я мог, да как я мог все потратить и... Ну, собственно, парень меня спас только что, у него есть боевой нож. Блин, вот дожились, воевать нечем. Иди сюда. А ножовщина пошла. А вообще с монтировкой была. Патронов в ней нет. Да блин, че ты косишь-то по мне так? Сколько тут крови? Успокойся, мужик с дробовиком. Куда он бежит? Ну, пока. Не смей, не смей, не смей. Не смей. Я за тобой спокойно! Ты еще и не один. Ух ты, я у него оружие выбил. Так, бой другой палец, потом с картечью. Берем. Ауч. Так, чиним. Все, уехал. Видели, да, как мало патронов с них падает? Я не знаю. Винт, еще винт, бафаут. Выстрел ядерный. Лезвие газонокосилки. Починка электроники зато есть. Так, ну и что мы имеем? У нас вообще нет никаких патронов. Мы нашли убежище 92. Мы, я думаю. А где? Я мог еще поторговать, я вот не помню. Кроме как в мегатонне. С бабулей можно было поторговать. На товарной станции Вильхельма, по-моему, да, она была. Бабуля, точно была бабуля там одна. У причала, точно, все. Память не подводит. Ты пока в порядке. Давай поторгуем. Это при... У тебя вот эти патроны есть, это хорошо. Так, что могу тебе... Ну, у тебя 5 крышек, блин.
Понятно. Идем тогда к Мегатону. Что у нас еще? Выбор какой-то есть, разве нет? Нет у нас никакого выбора. Идем в Мегатон, но я думаю, починимся даже. Благослови тебя, Бог. Спасибо, и тебя тоже. Купим патроны. Всем очень благодарны. Спасибо, 22 крышки. Именно этим нам отплатили за нашу доброту. Что уже неплохо. Так, металлолом. Я не так много его собрал и... вообще, наверное, мог больше собрать. Волтер. Что тебе нужно? Металлолом. 2 ШТ, 11 опыт. Так, теперь к Мойре. Она уже закрываться скоро будет, да? Она... Погоди. Так, патроны хотя бы для пистолета. Вот эти патроны. Кожаную броню возьму. Окей. Что мы будем продать? Гранатометный выстрел, наверное. Ядерный выстрел. И 2000 железа. Удачной охоты. Спасибо. Нож я, наверное, оставлю, потому что у меня есть шанс теперь, что без патронов буду бегать. Так, давайте чиним с вами. Нафига кожаную броню купил, когда у меня боевая? Что я делаю, я вообще не понимаю. Кожаная броня, кстати, тоже неплохо выглядит. А боевая-то у тебя есть? О, привет! Ой, сижу вообще просто в ноль. Так, ладно, давай смотрим. Боевая броня, конечно же, она у тебя есть. Удачной охоты. Простите меня, пожалуйста, за то, что я так втыкаю. 24, хорошо. Одень ее, господи. Так, сходим домой, тогда сейчас отдохнем. Тут не наш дом. Наш дом вообще тут. Господи, что я делаю? Так, вот сюда. Внутрь идем. Ставим пупса. Идем наверх. Ложимся и спим до утра. Хотя, когда утро, если я примерно в ту же степь там отправлюсь, то пока я буду как бы путешествовать, то время-то пройдет. Раз довольно много. Вообще, мне бы караван встретить. Ой, куда это я? Неужели это караван? Две точки. Изгой братства. С роботом. Что вы тут делаете? На вашего брата у меня времени нет, людей. Эй, туземец! Иди себе ковыряй в носу или чем вы там занимаетесь? Что, ковыряю? Я не ковыряюсь в носу. А это, кстати, мы, видимо, видим. Я не знаю, что мы за заводом все время видим. Сюда. Так, ну что, куда путь будем держать? Крышки, может быть? Не уверен, что там что-то есть. Так больше ничего не пригадывается, хотя вот. Нашли. Рад скорпион.
Ну, ты нападешь на меня ведь, да? Ты бешеный. Там что-то бабахнуло опять. Кто там бабахнул? Что ты делаешь-то, а? Че ж ты не мрёшь-то? Господи! Так, давайте осколочным сейчас мы тебя закидаем. Получай! Бум! Тебе нравится взрыв, да? Он предельно близко ко мне и слева еще меня кто-то бьет. Офигеть. Ой, как я их ненавижу. Ох, блин, как представлю, что такая гигантская скотина реально может на тебя напасть. Это вообще же. Да я думал, ты меня не увидишь. Ау, и двое. Робомозг. Скорпионов тут же поубивали. Давай перезаряжай скорее. Нет! Greener Pastures. Что это? Тут же просто дыра и ничего нет. И это все одно большое место. Ладно, давайте зайдем туда, посмотрим. Ну, значок радиации, конечно, перед входом, но это когда-то нас останавливало. Тараканы, о нет. Я там попасть по ним даже не смог. О, хорошо. Так, стол. Стол нельзя смотреть. Сейф. Хорошо. Пупс на ловкость. Надпись на постаменте гласит: не бойся уклоняться от чекотливых вопросов. Ваша ловкость одной не увеличена, один. Как мне только еще повезло. Ловкость 10, восприятие 10 у нас. Супер. Пустые шкафы. 10 ловкости. Призамечательно. Так, ну теперь давайте взламывать терминал. Ой, не то нажал. Ой, нет, и не хьюманити, и не стартинг. Точно. И взлом успешен. Открыть замок. Какой замок? Чего замок? Сейф же открыт был. Это явно щелкнул. Я не знаю, почему я такой слоупок, но я не понял, что это открыло. Какой замок? Ладно, не будем получать радиацию, просто уходим. Как я должен был догадаться, что здесь есть пупс, я не представляю.
Но мне просто, видимо, повезло. Хотя, как говорится, везет тому, кто везет. Но вообще он туда. Ладно, обойдем. Нет. Что это за табличка? Без защиты персонального дозиметра проход запрещен. О, спасибо, я так вовремя прочитал. Сходил, облучился. И уже когда начал из этой зоны выходить, прочитал, что тут опасная зона и радиация. Ой, роботы. Здесь все в роботах. Ау. Ау. Не хочу с ними драться, у меня пистолет в руках. Тактическое отступление в действии. Ходим потихонечку. Ни до кого нет. Что это за завод? Пока не пойму. У меня вот рядом где-то совсем локация открыта. Электростанция МДПЛ-13. Ну да, мина поле там все дела. Давайте вот в это маленькое здание зайдем. Если можно, да. Не хочу рисковать. Сейф сложный. Здесь сложно. Квантовое зеркало. Металлоломчик. Ну вот вообще один в один, да, по убранству фактически. Так, ну пробуем ломануть. Что ли? Ох ты, как я попал. Ну-ка. Возможно, что-то с Эй. Активейтинг, может? Активитис? Нет, все меньше и меньше. Quantities нет. И взлом успешен. Открыт замок. Вообще можно было бы срубать опыта. Только на том, что... Давайте возьмем пистолет. Взламываю терминал, а потом просто беру и взламываю замок. Я, наверное, так теперь и буду делать. Только сейчас до меня дошло, что я мог бы так делать уже давно. Ой, нет, не скорпион, да нет, нет, не трогай меня, не трогай, отвали от меня. Фух. Ненавижу их. Пусто, пусто. Брошенная электростанция. Гаражная дверь. Входим. Брошенная, говорите? Я бы так не сказал. Одежда наемника Смутьяна. Прикольно выглядит. Дикие гули здесь. Гули. А если в это стрельнуть, взорвется? Точняк. Ну, по-моему, это не очень повлияло на их здоровье. Ох ты, как ты улетел-то. Убились. Чё в голову? Последний.
Хорошо. Еще один бежит. Сцепление. И? Почему? Почему я в огне? Меня бьют сзади, да? Это же самый гад. И он получил по заслугам, точнее точно такой же, как этот. Это такой же психованный. Ладно. Ну тут нажимать, я думаю, нет какого-то смысла на какие-либо кнопки. Мы просто пойдем дальше. Стимуляторы. Что это, кулачище? Что это? Так, ну, пусть прибудет с нами удача. Replaced. Repelled, нет. Близко. Rewarded. Отлично. 49 опыта. Открыть замок. Я не буду его открывать, и теперь мы его вот так откроем. Ах, ну что ж, это было очень легко, по идее. Камера нам не нужна. И это все, что я тут нашел? В этом отделении, да? Теперь я понял, что там горело. Вот они, когда используют свою атаку, радиация меня очень жестко долбит. Честно говоря, не нравится. Спокойно. Мне не нравится это место. Система контроля турели. Там турели есть. Так, ну ладно, давайте попробуем ломануть. Сложный, много опыта должны дать. Антис. Кешуальтис. Ну, что может быть похоже? Ну, понятно, что это не то. Да. Я смог со второго раза. Правда, с последней попытки. Реконфигурация, во-первых. Во-вторых, активировать. А, ну да, понятно. Тут я отсюда. Вы что тут делаете? А, ну, что я спрашиваю? Нет патронов. Ах. Ладно, хотя подлечусь. Наркоза не хочешь? Ну куда ты вот идешь, а? Просто без шансов. Сколько мало? Теперь. О, блин, да, последний выстрел. А! Убери оружие, господи!
Чувак, я действительно покойник. Боевая броня когтей. Неплохая, кстати, чтобы чинить, я думаю, будет. Как я так умудряюсь вообще? Честно говоря, сижу, у меня уже глаза закрываются, но делать нечего. Тихо, в оружие все три выстрела. Все, выбил я у тебя его. Что ты будешь делать? Я вот буду мазать. Да перезарядись ты уже, господи-то. Все. Не-не, мы сейчас всякого починим там, соединим, и вообще будет все отлично. О, слушайте, а боевая броня когтей? С просто боевой броней может чиниться. А, Т-26, а если сейчас моей? Т-28. Слушайте, я неплох с ней. Угу. Я надеюсь, на меня никто агриться не будет из-за того, что я в броне. И я кручусь. Так, куда нам нужно идти? Нам нужно еще правее и вдаль. Вот туда. Ну, я думаю, на эту серию, в принципе-то, уже нам хватит приключений. Мы и так столько всего сделали. Давайте тогда с вами закончим. А, пойдем туда, в следующую серию. Узнаем, что же там есть у нас. А, большое спасибо вам за просмотр. С вами был уставший Джек Шепард. И счастливо!